На этом видео вы видите одно необычное увлечение, но очень странное. В Словении есть такая заброшенная шахта, в которой можно кататься на маунтинбайках. Трасса называется «Черная дыра», ее протяженность 10 километров, а в глубину уходит на 150 метров. Но особо разнообразие видов вы здесь как бы, ну, не заметите. Заезды проходят только в сопровождении гида-профессионала. Цена такого тура 55 евро или на сегодня 5800 рублей. А вы бы прокатились там?